Всем привет, котята и любители радужных друзей, с вами я, Дарт. И сегодня у меня для вас очень хорошая новость. Это, если что, не фанатская теория, не моя, а оригинальная от разработчиков. В эту пятницу, 2 июня... 2 июня же это будет? Ну, короче, в эту пятницу уже... Выйдет Rainbow Friends 2. Да. Радужные друзья, в принципе, были созданы в 22-м году. Осенью примерно. И вот, они сделали вторую часть. Походу, после того, как Garden of Bonbon, вот картинка этой игры, стал популярным, радужные друзья не стали отставать. И в пятницу решили выпустить Радужных друзей 2. Сейчас я вам докажу это. Это оригинальные радужные друзья. И тут... Если что, вот тот самый Garden of Bonbon. И вот. Тут нарисована циферка 2. И по-английскому написано «пятница». Заходим. Если что, я очень сильно рада, поскольку... Поскольку я люблю радужных друзей. И чего тут нового? Да, в принципе, ничего нового нету. Сейчас перезайду, а то у меня, походу, немного сломалось. Вот что я хотел показать. Вот. Тут написано. 2 июня. Rainbow Friends Chapter 2. Вторая глава. Тут можно видеть, это будет тот самый ODD World. Мы будем там сбегать от радужных друзей. Там видно замок и написано Блюис Кастлия. Я не знаю, что это значит, но прикольно. И через 4 дня даже, через 4 дня, выйдет Радужные друзья Chapter 2. Я так рада. Я как любительница Радужных друзей снимала по ним ролики. Мне это очень сильно нравится. Молодцы разработчики. Только жалко, что создатель паука не выпустил вторую главу. Ну, на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.